Здравствуйте, дорогие друзья! Всем известно, что наша специальность, прикладная информатика, тесно связана с компьютерами и программированием. Наверняка вы хотели бы посмотреть на то, как мы, будущие IT-специалисты, общаемся между собой на пары. Ой, Слав, смотри, какие форточки! Балдею, что за красота! А Unix, буквы, все до черточки! Непонятно ни черта! Слава, сноси его давай! И лучше форточки скачай! Ну что, Маздай, опять Маздай? Обидно, Вай. Ты, Артем, на грубость нарываешься. Тебе бы такого только дергать мышь. Тут с фирмоюзерами маешься. Придешь домой, там ты сидишь. Винда? Какая ерунда. А если не рубит голова, нужна наборная строка. Вылезни с очка. Ой, Зори, письмо мне из Америки. Пройдем по ссылкам, что внутри? Ну что ты сразу как в истерике? Ведь обещают, money free. Не хочешь сама, так допусти. Меня полазит по сети. Часть сама в ней сидишь с 9 до 9. Ты, Даша, лучше помолчала бы. Насколько б легче было нам, когда бы ты не отвечала на провокации и спам. И сколько раз ты вспомни, Даш, из-за тебя меняла я логин. В последний раз под ним грузин звонил в Берлин. Ой, Жень, а что это за файлики? Ну для чего они, Ванёк? А мне в письме рисуют смайлики. Ты слышишь? Видимо, намек. А он сидит мне гу-гу-гу. Нет, я так больше не могу. Иван, я от тебя уйду до четвергу. Так этот модуль подставляется. Алена, не гони волну. Ну вот, сейчас пимбеляется. Пойду еще с очка глотну. Тебе бы все меня достать. А нет бы хелку почитать. Там просто все, как 5 и 5. Не дать, не взять. Вот, читаю, здесь находится набор системы Ultimate. Да, кстати, Ваня, как переводится строка Formatting C Complete? Ты что-то нервный стал, Ваня. Зачем ты выронил стакан? Что ты пялишься в экран? Очнись, Иван. Вот, блин, так ты читаешь шуточки. Предупредила, ё-моё. Тебя же оставишь на минуточку? Нет, это право не житьё. Ну ладно, хватит нам болтать. Пойдемте лучше танцевать. Хоть куда, наш коллектив такой один.
Спасибо.